Вечер на Думской в прямом эфире продолжается. Говорим о главном сейчас. С вами Александр Новицкий. И Алла Есина. Здравствуйте. Мне кажется, что мы уже сейчас выходим на международный уровень. И еще немного можем вполне стать реально туристическим центром со всей Европы. Осталось только подучить английский и все. О туристической полиции будем говорить прямо сейчас. У нас в гостях Иван Ищенко, начальник управления превентивной деятельности национальной полиции в Одесской области. Иван, здравствуйте. Добрый вечер. Прежде чем начнем разговор, напомню телезрителям открытые линии для голосования. Спрашиваем вас сегодня о следующем. Английский для одесской туристической полиции. Три варианта ответов. Ненужные траты, приведение к мировым стандартам. Ничего из этого не выйдет. Ну и маленький информационный материал от наших корреспондентов перед стартом разговора. Подарок от консультативной миссии ЕС на сумму 12 тысяч евро. В распоряжении Одесской туристической полиции появились 10 полноценно укомплектованных велосипедов. Их будут использовать патрульные для охраны правопорядка на территории от Лузановки и до Аркадии. Переданное оборудование является частью постоянной помощи от консультативной миссии ЕС по внедрению взаимодействия полиции с обществом. Our major concern is with regard to the level of trust from the citizens to the police. From the early beginning, when we started our mission, we focused on that, to regain the trust. Напомню, туристическая полиция начала свою работу 1 июня. Ее главная цель – снизить преступность в разгар сезона и оказывать помощь гостям города. Зарубежные партнеры уверены, что реформа украинской правоохранительной системы уже имеет свои результаты. Намного уменьшилось количество совершенных правонарушений в местах массового отдыха людей. Это прежде всего для того, что они видят правоохранителей и профилактика правонарушений. А также уже есть очень много задержаний и грабителей, и мелких воришек, которые орудуют на пляжах. Хорошее дело произошло, и вы были только что в кадре. Насколько вот сейчас это подразделение патрульное нашей туристической полиции готово? Ну, это не патрульное. Сейчас вы видите сотрудников батальона полиции особого назначения. Это подготовленные ребята, так называемого спецназа, которые они будут патрулировать на велосипедах. То есть они сейчас теперь уже стали есть... частью турполиции? Ну, конечно. Ну, турполиция, это же, как я говорил ранее, это не отдельное какое-то там структурное подразделение, которое занимается только туристической полицией. На сезон просто определенные сотрудники со всех правоохранительных органов, это и Нацгвардия, это патрульная полиция, это батальон полиции особого назначения, территориальные подразделения, кинологическая служба, которая патрулирует там с собаками, ну, также есть и Нацгвардия, с собаками кинологи патрулируют. Они проходят определенные тренинги, получают знания и выходят, их уже как бы мы прикомандировываем к прибрежной зоне, к местам массового отдыха людей. Поэтому вот это, вы видели сотрудников батальона полиции особого назначения, они в том году патрулировали, в этом году уже патрулировали, было пока только 4 велосипеда электрических, сейчас, с сегодняшнего дня выходит уже 14. И до конца следующего месяца мы планируем, что будет до 30 велопатрулей. Можно ли говорить уже о каких-то первых результатах работы туристической полиции? Результаты есть. О них мы и в Фейсбуке освещаем, и на нашем сайте Главного управления с полиции в Одесской области. Имеется задержание, как я говорил ранее уже, и воришек есть, и задержание людей, которые с оружием совершали хулиганство, там и холодное, и травматическое. Совсем недавно это было. Да. Также задержались и люди, граждане, совершившие грабежи, то есть вполне достаточно. Также у нас велопатрули оказывали и медицинскую помощь иностранным гражданам. В принципе, то, что касается именно зоны обслуживания туристической полиции, это возле так называемой прибрежной, то там, конечно, совершение преступления довольно-таки низкое. В первую очередь профилактика. Даже в вечернее время? Бывают случаи, они же постоянно патрулируют. Сейчас мы только еще увеличим количество Нацгвардии, потому что у нас ее было чуть меньше в связи с заболеванием корью. Да? Там, в нашем подразделении Нацгвардии был определенный карантин введен до 1 числа. Мы еще насытим нарядами Нацгвардии для патрулирования прибрежной зоны, а вечернее еще, у нас больше нарядов, чем днем. Станции туристической полиции, сколько их сегодня существует? В городе 4.
всего их 16. Обещали больше. Нет, в городе у нас 4... А она находится в парке Горького, где еще? Нет, смотрите, нет, в парке то вы путаете, нет. То просто полицейские станции. Именно станции туристической полиции, да. Такие, как первая открылась в Аркадии. У нас их 4, это Аркадия, Золотой берег, Лонжерон, Лузановка. Там находится именно подразделение, которое обслуживает береговую зону. Там а также... по области сколько? Обещали по области 15. Их всего 16. Даже 16, да. Открыли. Это и Грибовка, Затока, Килийский, Тарбунарский район. Как бы. Если там немножко еще меньше людей отдыхающих, соответственно, меньше сотрудников патрульных. Это влияет на вот... Это усиляет превентивную деятельность, присутствие вот такого стационарного поста? Ну, сам пост это... сама станция, она больше используется для координации действий патрулей, которые заступают на службу. То есть туда приходят... Во-первых, там круглосуточно находится следственно-оперативная группа. Это следователь, оперативный сотрудник и участковый офицер полиции, которые принимают заявление, ну, и занимаются раскрытием и расследованием преступлений. Также они занимаются, если начальник так называемой туристической полицейской станции, временной на туристический сезон, который координирует, инструктирует наряды, которые заступают. Это больше для этого. Ну, в моем понимании... Это как маленькое подразделение полиции. Такой. Да, маленький райотдел. В моем понимании, туристическая полиция в первую очередь должна быть достаточно грамотными психологами и находить общий язык с иностранными гражданами. Да, вот просто с отдыхающими. Что-то по принципу полиции диалога. Какую-то такую специфическую подготовку проходили сотрудники? Смотрите, ну, туристическая полиция, да, это как и полиция диалога, создавалась с нами, конечно, при совместной работе с КМЭСом, да, миссией ОБСЕ. Наши европейские товарищи, которые нам подарили сегодня велосипеды. Они проводили тренинги по возможности. Сейчас мы, вы говорите, на иностранном языке начинают проходить курсы сотрудники первоначальной подготовки английского языка. Это тоже у нас бесплатно, как бы волонтер оказывает помощь. Давайте как раз посмотрим фрагмент подготовки. Прошу вывести лайв на экраны. And I would like you to show us the first slide. Tourist. Great. Tourist maps, toilet. What else? Like, for example, here. What are they doing here? Policeman help to the girl. Yeah. Вот это слово missing person и является тем, который вам в основном... который вы в основном услышите. Missing child. At least my recommendation, you can also show and... Okay, let's see WC or restroom. You have amazing issues. You are a cameraman. Yeah, the other people, you can... Can you show your police ID, yeah, something like that, or your badge? Okay, no problem. Have some of this before. You see? Yes, no problem. For sure. Okay. Do you have some with you? ID, passport, or driver? Actually, none of it. No, thank you. It is just one door. Can you can bring some passport or driver? Are you traveling alone? Yeah, I'm traveling alone. Good morning, ladies and gentlemen. I am Chief Officer Police of Arcadia. Mm-hmm. My number is 5503. Ну, я могу сказать, что неважно, какое произношение, главное, что будет взаимопонимание с теми людьми, которые понимают по-английски. А как вы оцениваете вообще стремление сотрудников выучить язык? И ведь это же помогает продвигаться им по служебной лестнице? Ну, знание английского языка, оно не то, что продвигаться по служебной лестнице, но является как бы одним из факторов. Но прежде всего... Когда сотрудник квалифицированный, чем больше направлений у него развития, то он, конечно, больше пользуется теми элитные подразделения, как бы хотят его забрать, продвигать. И он ездит в командировки постоянно заграничные. У нас же есть постоянный обмен опытом.
И вот полиция уделывала как? Она у нас практически всегда ездит на все тренинги. В Чехию, в Швецию, в Данию. Соответственно, вот этот тур полицию, пока мы проводим тренинги с помощью европейских наших друзей здесь, но постепенно определенные будут, кто знает английский язык, будут ездить уже из-за границы. Они будут ездить чаще? Да. Случае. Будем учить их. Насколько сегодня полицейские готовы к такому обучению? По сути, их снова посадили за парты. Ну, их посадили же на несколько дней, как вы понимаете, для того, чтобы они просто учили азы. Стремление есть у сотрудников, очень многие хотят развиваться. Ну, конечно, не все 100%, но более 90% хотят понимать азы. Во-первых, это даже для того, что если сам куда-то поехал на отдых, это очень полезно для того, чтобы в чем-то разбираться. Приходилось ли уже туристической полиции общаться с иностранцами, используя вот эти вот выученные фразы? Да, есть случаи, и я вам скажу, что в этом году довольно-таки очень, я каждый год занимаюсь, в принципе, обещанием публичного порядка, в том числе так называемой туристической полиции, раньше она по-другому называлась, но в этом году просто, когда идешь там, по Аркадии, по Лонжерону, неимоверное количество иностранцев, и со всех стран, и в том числе там, с Турции, и с Индии, есть очень много с Европы, Соединенных Штатов. Они постоянно, когда видят полис, значок, они обращаются. Конечно, не все могут говорить. Но мы стремимся к тому, что у них будут специальные планшеты, в которых будут определенные переводчики. И это будет, если не знаешь, то хотя бы пользоваться с помощью. Но обещали, что туристическая полиция будет еще и помогать иностранцам в случае, если им надо куда-то пройти, они заблудились, не знают, где консульство, посольство. У них есть специальные буклетики. У каждого патруля есть в полицейских станциях на английском языке, на украинском. И с обратной стороны на английском. Там написано телефоны консульств, как бы это все есть. То есть, когда обращаются, они, если не знают, что сказать, они просто дают... в крайнем случае, буклетик. Это можно уже методом... Помощи не оказывали, но есть и медицинскую помощь, там гражданину Индии велопатруль оказывал, наложил шину очень профессионально, как бы до приезда скорой как бы вопросов не возникло. Соответственно, у нас, конечно, когда уменьшается в прибрежной зоне преступность, начинается в центре города. Сейчас, когда уже будет еще более выйдет с карантина Национальная гвардия, мы насытим город патрулями, и думаю, будет можно еще спокойнее. Говорить, что сейчас в первые летние месяцы повысилось количество преступлений? В центре, не до конца снизилось, как в прибрежной зоне, будем так говорить. А вот что касается географии гастролеров, если мы раньше в основном видели представителей очень ближайшего зарубежья, я говорю, допустим, о гражданах Грузии, традиционно кавказские какие-то этнические группировки, мы говорили о гражданах Приднестровья и Молдовы, которые сюда приезжали, там какие-то хулиганские там, и грабительские цели преследуемые. Изменилась ли сейчас география, например, англоговорящие из других стран какие-то гастролеры? Ну и как борьба идет с теми, которых я назвал раньше, с традиционными? Не, ну конечно, они сейчас приехали, их много приехало. Ведутся оперативные сотрудники, ведут разработки, очень много задержаний, но от этого их, конечно, меньше не встает. Поэтому мы хотим и насытить и правоохранителями публичные места для того, чтобы была, прежде всего, профилактика. Потому что когда у гражданина... похитят кошелек, сумку, неважно. Уже потом раскроют, не раскроют. Он, для него главное, что сейчас стресс, когда это он получает. Поэтому мы хотим, видя полицейского, понимать, да, что... мы хотим больше всего сейчас пока профилактики данного вида правонарушений. Гастролеры приезжают, потому что Одесса – это единственный город, куда съезжаются, и, как видите, практически со всего мира все отдыхающие приезжают с деньгами. Они приезжают отдохнуть, они расслабляются. Соответственно, все правонарушители тоже съезжаются в наш город. Мы боремся с этим как можем. География не изменилась, да, и лица есть и кавказской национальности, и другой. Чтобы не переходить как бы на национальности, но они есть со всех, все. То есть стран бывшего СНГ. Какие-то удивительные, есть новые какие-то игроки на этом рынке? Но особо видите... ничего, вот скажу, как бы не изменилось. В принципе, как бы доминирующая роль, да, тех же, кто и остался, тех, кто и были раньше. Сколько сегодня полицейских задействовано в туристической полиции? У нас заступает, если брать в общем с областью, будет до 400 правоохранителей. Где-то около 250 это будет город. Не будет, а уже есть. А и когда область полностью запустится с 1 июля, то будет более 400 заступать одновременно, которые находятся на службе. Этого количества достаточно? Ну, сотрудников полиции на улицах не всегда, никогда не бывает достаточно. Мы еще не дошли до того уровня, как в странах Европы или Америки, когда на каждом шагу
так называемые умные камеры, да, то есть это, можно минимизировать количество сотрудников правоохранительных органов с помощью техники. Роботизированные умные камеры, которые сразу же определяют, как вы понимаете, например, если, вот мы говорим о гастролерах, да, если он забит в базу, где-то его приглашали в отдел полиции, его лицо уже забито, он где-то, если появится в публичном месте, его сфокусируют. Камера вычисляет. Камера, да, сразу же у диспетчера, к примеру, загорится красная лампочка, туда могут выехать правоохранители, сразу человек или в розыске, либо просто с ним провести профилактическую беседу. Мы пока еще не дошли до этого, поэтому сотрудников полиции никогда и других правоохранительных органов нам пока не хватает. Из того, что вы видите на данный момент, туристическая полиция станет постоянно сезонной? Да. Мы только будем ее усовершенствовать. Первое, мы будем усовершенствовать спецсредства, будем работать плотнее с городской властью, чтобы именно в этих местах, на всех пляжах, на трассе здоровья, неважно где, было как можно больше так называемых умных камер для того, чтобы они, ну, поворачивались, все видели. И вы понимаете, когда будут такие камеры, каждый правонарушитель будет думать, стоит ему пойти туда или не. Или не стоит, так как сейчас, если просто обычная камера, ну там просто, может, лицо видно. Если эти новые камеры, которые сейчас по городу ставят мэрия, то это будет намного нам проще. Но в то же время у нас будут больше велосипедов новых, у нас будут более подготовленные сотрудники полиции, которые станут более постоянными, будут проходить тренинги, и мы будем качествовать. По личному желанию идут в патрульную полицию, в туристическую полицию, или это так, вот сегодня ты, вот туристическую полицию? Нет, вот эти, которые... Они на сезон зашли постоянные, то есть как бы... Сотрудники. Это было их желание или просто выбирали? Ну, желание как? Есть такое понятие приказ. Желание не всегда. То есть вы выбирали какую-то категорию, которая соответствовала определенным критериям? Да, и которые сейчас несут службу. Какая разница, где нести службу? Что возле моря, что на Дерибасовской. В любом случае надо работать. Правильно? Что ж, мы будем следить, как отработает свой первый сезон «Туристическая полиция». Иван, благодарим вас за то, что пришли сегодня к нам. Иван Ищенко, начальник управления превентивной деятельности ГУНП в Одесской области, был нашим гостем. Далее Ксения Терзи ознакомит вас с последними новостями. После вернемся в студию, продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ, им будет интересно.